Это вообще выглядит максимально странно. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас Макдональдс и то, что мы с вами никогда не пробовали. Точнее, я точно не пробовала. Это новый Chicken Box, но, по крайней мере, я его никогда не видела в Маке. Что входит в этот бокс? Это картошка фри, достаточно большая порция, мои любимые наггетсы, новые крылышки, как у KFC, только у Мака. Интересно попробовать, все горячее, только что привезли мне. Здесь еще небольшие стрипсы, но они выглядят как-то странно. В общем, будем пробовать их тоже, все горячее. И еще я взяла десерт, который выглядит максимально странно. Давайте я вам его поближе покажу. Стоил он 2 маната 10 копеек. Он тоже горячий. И вот такая внутри вишневая начинка. Но он супер маленький, выглядит как мочи. Вау! Я хотела просто раскритиковать, но это настолько вкусно, обязательно попробуйте. Это просто пойти в Мак, попить чай с этими сладостями. Супер! Это было настолько вкусно, надо в следующий раз много штук заказать, снять для вас видео. Но они там только двух вкусов. Здесь наши наггетсы привычные. Вот это я не совсем поняла, это типа стрипсы. Макаем соус сырный. На мой взгляд, бокс стоит... не очень бюджетно, учитывая, что он где-то на 1,5 человека. Очень вкусно. Давайте еще один. Обязательно попробуйте. И давайте еще крылышек попробуем. Признаться честно, крылышки из KFC я не очень люблю. А главная причина заключается в том, что они очень острые. Попробуем, как здесь дела обстоят. Пахнет классно. Очень много похожих фастфудов. Но настолько вкусно только в Маке, вот честно. Я понимаю, почему по всему миру покупают Мак. В отличие от KFC, это не настолько остро, как у них. А в KFC еще знаете, в чем фишка? У них есть острые, есть не острые. Острые я не пробовала, но не острые, они точно острые. То есть их фишка заключается в этом, но это, наверное, на любителя, кто как любит. Я такое не очень люблю. Поэтому сегодня мы с вами отрываемся. Это мой второй мукбанг за сегодня. Сегодня утром я снимала для вас видео. С чем я снимала? Со скумбрией я снимала видео. И уже его выложила. Так как завтра я встречаюсь с подружками. Просто день хочу провести чисто для себя. Не хочу ничего снимать. Хотя, возможно, буду. Потому что, когда я только начала вести свой канал на YouTube, вот этот канал Айка Эмили, кто давно меня смотрит, не дадут мне соврать, а я выпускала по 3 видео, по 2 видео в день. Каждый свой шаг. Я старалась делать контентом. Я очень старалась.
сейчас я стала не настолько продуктивной, не настолько активной. Я могу спокойно заказать роллы и просто дома покушать с мамой. А раньше я не могла себе это позволить. Я сразу снимала контент. Я думала, все равно я это буду кушать, уж лучше в кадре. Уж лучше беседуя с аудиторией. Мне так было намного интереснее. Мне нравилось это все. Сейчас тоже. Я люблю мукбанги, безусловно. Ну, не знаю. Я как бы больше уделяю времени себе. Могу куда-то сходить, вообще ничего не заснять. А раньше такого не было. Куда я иду, каждый свой шаг я снимаю. Что-то я покупаю, я обязательно снимаю. Не обращайте внимания, это поет ресторан. Вот эту картошечку фри тоже надо сразу кушать, потому что потом она становится невкусной. Так, вот эти вот стрипсы или что это? Там написано стрипсы, но это не похоже на стрипсы. Очень вкусно. Еще увидела новость, которая меня обрадовала. Я не знаю, вы замечали или нет, на YouTube есть раздел «Сообщество» называется. Туда что-то публикуешь, там какие-то фотографии, опросы, советуешься с аудиторией и так далее. Просто общение. На этом канале я не особо активно веду этот раздел, но на другом очень часто что-то выкладываю. Почти через день у меня в сообществе там что-то есть. Так вот. На официальном канале YouTube вышло видео, где говорится о том, что... Вы можете посмотреть, но это видео на английском. Где говорится о том, что теперь за посты в сообщество будут платить. На мой взгляд, это очень круто. Теперь мы будем видеть, сколько человек просмотрело публикацию в сообществе. И там будет всплывать реклама, за которую мы будем получать деньги. Но на мой взгляд, это будет просто мизер. Но все равно приятно. Потому что за короткие видео-шотс мы получаем действительно очень мало. Мало. Но все равно, поверьте мне, даже вот эта копеечка, она очень мотивирует. Именно поэтому среди всех соцсетей мне нравится YouTube. Потому что даже за твою публикацию они будут давать тебе деньги. А Instagram, например, монетизирует ваш контент. То есть среди ваших публикаций всплывает реклама. Никто ничего от этого не получает. А здесь такого нет, это хорошо. То есть ты как бы не зависишь от рекламодателей.
не острые. Это классно. Но больше всего в Макдональдсе я обожаю наггетсы. Наггетсы — это просто самая любовь. Нигде нет таких вкусных, как в Маке. Я почему-то думала, что с этим сетом еще идет какой-то соус, но нет. Обычно даже 6 штук наггетсов возьмешь, и там соус. Либо мне забыли положить, либо нету. Вот и все. Кстати, кому не сложно, под этим видео задавайте, пожалуйста, очень много различных вопросов, которые вам интересны, которые ранее не затрагивались в других мукбанках. Каждый раз на своей мукбанке вопросы я буду брать под этим видео. А если вы не хотите задавать какой-то вопрос, вы можете просто залайкать тот вопрос, ответ на который вы хотите услышать в следующем видео. Я буду проходиться, и каждый пролайканный вопрос — это уже отвеченный, чтобы мне было легче. А то я путаюсь. Если ваш вопрос я пролайкала, значит, я на него ответила, и скоро выйдет ответ. Постараюсь на все вопросы ответить. Так что задавайте. Но на какие-то интересные. Не то, что какой твой любимый цвет, а любимый фильм. Вопросы, на которые можно посидеть, порассуждать. Например, недавно подписчица, не помню, под каким-то видео, спросила меня, говорит, как ты планируешь отметить свой следующий день рождения? В прошлом году я собирала всех, я отмечала. Но прям каждый год вот так отмечать, если честно, я особо смысла не вижу. Да и много кто не делает, поэтому... У меня есть такой план, не знаю, получится или нет, такое желание, не знаю, вы оцените или нет. Скорее нет. Я хочу этот день посвятить чисто себя. Я хочу пойти и пошопиться от души. Прям вот покупать все, что мне хочется. Не смотреть на цены абсолютно. Не смотреть на скидки, на акции. Просто покупать те товары, которые очень давно хотела. Пойду в молл. И закуплю всем. Я очень люблю шопинг. И покушать. А потом с мамой можно куда-то сходить. В какой-то спа. Просто чисто день... А, стрипсы, вот они. А это сырные шарики. Короче, вот такой план действий у меня. Чисто один день посвятить себе любимым. И все. Я думаю, это будет прям лучший день рождения.
Есть вещи, которые я давно хочу. Каждый раз на них смотрю и не покупаю. И хочется выключить разум и покупать все, что хочется. Я знаю, что никто не оценит это. Сколько можно шопинг. Но в прошлом году мы отметили, я считаю. Каждый год это как-то бессмысленно. Ладно, в детстве. В детстве мы день рождения ждем как нечто такое, знаете, святое. Десерт. Я раньше очень любила эти десерты. Мне положили не тот. Я не этот заказывала. Я заказывала с вишней. Странно, они обычно ничего не путают. Давайте перепроверим. Фруктовый пирог, вишня. Они перепутали. Да. Ну ничего страшного. Это тоже вкусное. Ну, с чаем хорошо пойдет. Надо было еще чай принести. Сколько заказывал в Макдональдсе? Никогда не было, чтобы что-то перепутали. Я рада, что подписчики перестали обижаться на то, что я то пропадаю, то появляюсь. Сегодня было вдохновение. Я сняла 2 видео. Нет вдохновения, не снимаю. На этом, пожалуй, все. Насчет бокса, мне кажется, он очень даже вкусный. Единственное, я не люблю стрипсы, но это чисто мой вкус. А так все просто замечательно, все реально безумно вкусно. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться, тем самым мотивировать меня снимать для вас как можно больше контента. И также обязательно пишите в комментариях интересные вам вопросы. В следующих видео постараюсь всем ответить.